Да, и сейчас происходит раскол между Западом, между странами Западной коалиции, Европы и Америкой, потому что американцы считают, что Асад, ну, они не считают, они просто это придумали и воплотили в жизнь, голливудский сценарий такой, что Асад якобы душил газом всех повстанцев. Но на самом деле это не так, и все об этом знают, и уже из Европы доносятся голоса, что это фальсификация, это обман, куда вы лезете. И весь лагерь их уже раскололся. Остается их немножко дожать и показать волю российскому государеву, и все вернется на свои места. И может мы избежим самого кровопролитного такого развития событий, он никому не нужен.